14 декабря. Чертов пират. Чертов штатив. Чертов гребаный снег. Суть. Позвонила маман. Говорит, пирата 2 дня не было дома. Пришел, кровище течет. И весь подраный. Нагулялся пираточ. Нахапался приключений, говорит, где-то шеи кровь текла. Но сейчас я пришел, уже не течет нигде. Видать, обработка перекисью помогла. Да, пираточ? Вот уж точно теперь всратыч. Ну, хорошо, хоть живой. Да. Где-то тебя так. Где ты так умудрился, пираточ? Надраться. По-любому район защищал. Отстаивал территории. Завтра ветеринара вызовем, скорее всего. Посмотрим. На всякий случай надо все-таки обработать. Пускай врач. Пускай человек, который более опытен в этом, посмотрит. Мало ли что там, заражение или что-нибудь еще. Лучше перебздеть, чем не добздеть. Кстати, а на улице, несмотря на декабрь, как-то весьма тепло, порядка 10 градусов всего. Обычно в такие числа я бы в этой курточке не вышел, я бы в шубе, в дубленке был бы. Да, пираточ? Пират, пират. Ну, жри, ладно, хрен с тобой. Вояка чертов.